Доброе утро! На календаре 25 августа Православная Церковь сегодня вспоминает мучеников Аникиту и Фотия. В народе этот день называли Фотий Поветенный. Считалось, что в эти дни домовые начинают проказничать в нежилых помещениях, поветях. Поэтому в это время не заходили на чердаки, а помещения ниже окропляли святой водой, чтобы домовой не проказничал. Также с этого дня и по 10 сентября возможны ранние заморозки. Люди начинали доставать теплую одежду из сундуков и утеплять помещения жилые там, где живет скот. Также к этому времени поспевает черемуха, из которой тоже делали варенье. Всем мир, любовь, обнимайте любимых чаще. Хорошего дня!